Шерлок Холмс у себя? Проходите, он наверху. Прошу вас. Добрый день. Добрый день. Что именно? Формулу. Добрый день, сударыня. Добрый день. Меня зовут Шерлок Холмс. Прошу вас, пройдите в гостиную. Это мой друг и ассистент доктор Ватсон. При нем вы можете быть вполне откровенными. Вы дрожите, вам холодно? Это не холод, мистер Холмс. А что же? Доктор Ройл привез из Индии гиену и павиана. Гиену и павиана? Да. И на ночь он выпускал их погулять по дому или по саду. Мистер Холмс, если мне не поможете, случится что-то ужасное. Мне бы очень хотелось утешить вас, мисс Стоунер. Но боюсь, что вам действительно грозит опасность. Спасибо, сэр. Хорошо, что вы приехали, мистер Холмс.
Мисс Стоунер, у вас в доме есть кошка? Кошки нет, у нас только гиена и павиан.